Мужской зимний микс, это Harem Mix называется данная позиция, Германия, категория Extra, размер L, 52 здесь указан, вещи с небольшим износом. А видим, что резинки тут уже слабовато, да, немножко растянуты, видите, наверное. Катышков нет, замок работает. Незначительный износ присутствует. Так, здесь M-ка, размер средний указан. Толстовка марки Канда, размер XL. Кстати, вот на воротнике катушки. Видите, да? И тоже чуть катушки уже появились. Чувствуется. Резинки слабоваты, но эластично еще держит неплохо. Джемпер большого размера, 56-58. Написано. Так, замочек и пуговицы. Вся фурнитура на месте. Катушков нет. Состояние хорошее. Давайте посмотрим состав. По-моему, акрил, если не ошибаюсь. Пока что-то не вижу. Ну ладно, искать буду долго. Давайте оставим. Так, свитшот, размер указан XL, воротник. Видите уже, да, волнообразный какой-то, немножко растянутый. То есть небольшой износ все-таки есть, это категория экстра. Хотя рукава еще хорошая. Видимо, голова была большая. Человек и растянул. Так, куртка, размер 2XL, 60-62, а воротник чистый, капюшон на месте, замок работает, все кнопочки тоже есть, рукава и локти чистые, тут резинки, сейчас посмотрим резинку, ага, в отличном состоянии, катушков нет. XL. Тоже, кстати, без катышков, без пятен, рукава, локти чистые. Свитшот, воротник уже неровный. На рукавах резинки тоже, о, смотрите, тут порвано. Это тоже уже рвется. По-моему, примерно М-ка, если не ошибаюсь. Бирку что-то не вижу здесь без бирки. А так состояние хорошее. Пятьдесят четвертый размер указан. Воротник чистый. Размеры пока в основном большие. Катышков нет. Резинка тоже в хорошем состоянии. Не растянутая. Пятен нет. Еще одна куртка. Мужская. Размер указан средний М. Воротник чистый. Капюшон здесь не предусмотрен, капюшона нет. Замок работает, фурнитура вся на месте. Да, состояние очень хорошее, рукава и локти чистые, без пятен, без видимого износа куртка. Так, это джемпер небольшого размера. Хотя написано L-ка, но, по-моему, размер не совсем L. Так, вот тут есть пятнышко небольшое. Прям где изгиб. Замочек работает. Правда, не вижу бирку. Сейчас найдем. Так, катышков нет. 62% шерсти, 22% хлопка, 16% полиамида. Размер 52. Напоминаю, что это немецкий... мужской микс категории экстра. Элька указан размер. Белый цвет, достаточно марки, но пятен нет здесь. То есть состояние хорошее. Замочек работает. Размер 2XL. Другую часть бирки отрезали. Тут еще, по-моему, есть капюшон. Да, вот он капюшон. Хотел сказать толстовка, но больше похоже на куртку. Такую ветровочку. Незначительный износ есть на резинке. Так, в целом, состояние хорошее. Так, размер XL. Еще один мужской джемпер. Без катышков. Пальто. Замок работает, пуговицы все есть.
Это марка Оливер, и размер указан XL. Воротник чистый, состояние хорошее. Рукава локти тоже чистые. Рубашка большого размера. Хлопок в хорошем состоянии. Рубашка и джемпер марки H&M. Размер указан средний, М-ка. Вот такая яркая рубашка. Размер L. Больше похоже на М-ку, если честно. Джемпер с шалевым воротником. Размер L. То ли у меня сегодня прицел сбит, то ли это М-ка. Не согласен я с размерами, которые там указаны. Так, дырки нет. Состояние хорошее, без катышков. Рубашка марки Hugo Boss, размер указан XL. Так, и костюм. Тут есть пиджак, и сейчас брюки покажу. Состояние хорошее. Костюм большого размера. Примерно 50 или 52 российский получается. TSM. Марка TSM. Так, ну без классики не обходится ни один микс. А Tommy Hilfiger, мужская рубашка большого размера, XL. Много вот джемперов, L-ка. Состояние хорошее. Тоже, кстати, в марке белый цвет. Но пятен нет, воротник чистый. Замок работает, рукава локти чистые. Резинки тоже в отличной форме. Кстати, не тянутся совсем, это не резинка получается. Но состояние хорошее. Марка Джако, размер здесь указан XL. XL. Так, тут вижу какие-то пятна. Вот они здесь. То есть в целом микс, конечно, оправдывает свою категорию экстра. Есть износ, с вами видим. Вот тут состояние хорошее, без катышков. Рукава тоже не растянутые. Вещь в отличном состоянии. М-ка. Футболка среднего размера. М-ка. Это штанишки больше похожи на, как называется, на пижаму. 44, а нет, 46-48. Типа подштанников. Еще одна рубашка. Примерно L-ка. Это XL. Так, L-ка. Танковочка в хорошем состоянии. Размер L, то есть примерно 50-й получается российский размер. Это M-ка. Домашние ХБшные штанишки. Среднего размера, ну, примерно 48-го российского получается. И классические брюки. В отличном состоянии. Модель, по-моему, современная. То есть не широкая, как в 80-х, 90-х. Новый большой пиджак. Большого размера, имею в виду. 62-й размер указан здесь. Так, и джинсы. Размер 35-30. 35-30. Состояние хорошее. Пятьдесят шестой размер указан. Да, много больших размеров. Состояние хорошее. Резинки в отличном состоянии, катышков нет. Практически новые. И далее рубашка марки Jack Jones, размер M. Это итальянский бренд. И 2XL. Еще одна мужская рубашка большого размера. Вторые, по-моему, классические брюки. Жилетка, размер L, то есть получается 50-й. Марка Bugatti, встречается редко. В отличном состоянии, кнопочки все на месте. Давайте проверим замок. Это займет, конечно, какое-то время, но мы с вами убедимся в том, что замок работает. Да, работает. Состояние хорошее. Так, толстовка большого размера.
Вот тут какие-то белые пятна. Здесь проходит и вот здесь. Резинки уже слабоваты. Еще одна толстовка с капюшоном, правда размер поменьше, больше похоже на М-ку. Вот тут есть дырочка, где шов проходит. Именно там. Так, ботинки. Кожа натуральная здесь, да, натуральная кожа, так и написано. Размер, правда, не вижу. Ну, небольшой, примерно 40-41, наверное. И вот последнее у нас, что осталось в этом миксе. Это ремни, натуральная кожа. Состояние хорошее. Еще один ремень, тоже из натуральной кожи. И тоже в хорошем состоянии. И на этом все.